В Екатеринбурге в храме на Крови состоялось открытие экспозиции, посвященной 25-летию установления празднования Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской. На выставке, носящей название «Житием и смертью образ верным показавшие», представлены документальные свидетельства и подлинные вещи новомучеников Екатеринбургской епархии. Впервые экспонируются уникальные предметы из разрушенного собора святой великомученицы Екатерины. Открыл выставку митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. На мероприятии присутствовали также гости архиереи, прибывшие на престольное торжество одного из главных храмов Урала, и другие почетные гости. Посетив Соловецкие острова, посетив Бутовский полигон, еще ряд, вот впервые я за этот прошлый год, еще ряд мест, где страдали наши священники, я еще раз убедилась, что... Вы знаете, если бы мы священство свое сохранили, наверное, мы не зашли бы так далеко и тяжело в 20 веке, куда мы пришли, с потерей нравственности, с потерей морали. Я думаю, что уроки, которые нам поможет сохранить и эта выставка, нам помогут избавиться от тех чрезвычайно драматических и трагических ошибок 20 века. В свое время на меня... Огромное впечатление Александр Александрович произвела записка инокини Варвары Яковлевой, которая собственноручно подписала, что она готова, ее же освобождали, что она готова была последовать за Елизаветой Федоровной везде, и поскольку советская власть ее не в тюрьму не сажала, она добровольно дала расписку, что она идет в тюрьму и будет находиться там за свой счет. Вот это действительно такой особый дар русского человека, который всегда близок к Богу и в критические моменты всегда бывает, проявляет те качества, которые, может быть, когда-то не так ярко в нем иногда и высвечивались. В рамках открытия прошла презентация проекта «Дивен Бог во святых своих». Были представлены буклеты о новомучениках Екатеринбургской епархии. Подарочные наборы были вручены архиереям и гостям. Набор таких буклетов был торжественно вручен и епископу Среднеуральскому Евгению, первому архиерею, названному в честь прославленного год назад в лике святых, врача-страстотерпца Евгения Боткина. Особенность открывшейся экспозиции стали цитаты святых о власти. Царская тема, она центральная и в деятельности нашего Центра духовно-просветительского храма. И вот с крушением империи, с крушением... самодержавной власти, которая является основой России, являлась очень долгие годы, нам важно было показать, а что святые думают о царской власти, что они говорили. Для гостей была проведена экскурсия, а искусствовед Ираида Загородских рассказала об артефактах из разрушенного екатерининского храма Екатеринбурга, который представил коллекционер Павел Буторин. Это два бесценных дискоса 18 века. Один из них мастера Ивана Савельева. Это крест с эмалями на престольный. Детали оформления интерьера храма. И что самое интересное, маленькая резная головка херувима. Деревянная и раскрашенная. Каждый из желающих сможет посетить выставку «Житием и смертью. Образ верным показавшие» в храме на Крови до 1 сентября.